В минувшие выходные тверские волонтеры побывали в самом крупном тверском приюте для животных. Напомним, что в нашем городе по-прежнему не решен вопрос с открытием государственного приюта для бездомных собак и кошек, как это предписывает федеральный закон номер 498. А потому весь груз забот о брошенных на произвол судьбы братьях наших меньших ложится на зоозащитников и просто милосердных горожан. О жизни собачьей и перспективах решения проблемы бесхозных четвероногих в нашем сюжете. Приют для животных хорошо известного в Твери благотворительного фонда Love Animals на сегодняшний день самый крупный в нашем городе. Сейчас здесь находится более 300 собак и несколько десятков кошек. Несмотря на то, что приют уже работает за пределами своих возможностей по вместимости и в настоящее время не способен принимать новых животных, все находящиеся здесь обитатели содержатся в очень хороших условиях. Конечно, прокормить такую компанию непросто, а по словам президента благотворительного фонда Love Animals Ольги Рябовой, сегодня приюту очень нужна помощь как финансами, чтобы погасить долги по коммунальным платежам, так и кормами, особенно различными крупами, а еще стройматериалами и предметами обихода. Администрация приюта рада любой помощи. Необходимы нам волонтеры, которые будут приходить гулять с животными, также помощь в пристройстве животных, кураторы, которые могут, допустим, приходить, фотографировать животных и пристраивать, сделать посты, репосты. Нынешняя зима выдалась очень снежной, но, к счастью, на помощь пришли активисты «Единой России» и депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. Они закупили и передали приюту сухие корма, подстилки для будок, а также помогли с уборкой снега. Мы сюда приезжаем постоянно, помогаем приюту в уборке территории, чистке вольеров, привозим корм и также выгуливаем собак. Депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев – нередкий гость в приюте. По его словам, проблема бездомных животных набирает актуальность. Он выразил сожаление, что построенный рядом с приютом фонда Love Animals государственный приют до сих пор почему-то не работает. Он представляет собой, по сути, единый комплекс с приютом Love Animals, и руководство фонда, имея большой опыт практической работы в этой сфере, готово организовать эту деятельность в новом приюте. Но он уже третий год закрыт. В Думу обращались десятки тысяч горожан с просьбой, а некоторые с требованием открыть, наконец, открыть приют в городе Твери. И я поддержал эту инициативу, к ней присоединились практически все депутаты городской думы. И мы путем очень больших усилий построили этот приют в Твери. Теперь мы его передали в государственную собственность, и он почему-то у нас до сих пор не работает. Вот, к сожалению, непонятны вот эти причины, и, конечно, этот объект нам нужен как воздух. Ну а пока сотни животных и сотни тысяч горожан с нетерпением ждут от властей решения давнего собачьего вопроса, многие тверичане приезжают в свободное время в приют, приносят гостинцы, помогают в уборке или просто гуляют с собаками. А самые счастливые четвероногие после таких визитов порой обретают себе любимых хозяев.